Всем привет, с вами Елена Смирнова, и я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. У меня сегодня проект без вложений, называется ADFEBS. Это зарубежный рекламный букс, значит, и при регистрации нам дают 1000 кредитов на рекламу. Естественно, я не могла пропустить такой проект. У меня уже рекламку я уже сделала, и она у меня на модерации. Здесь нажимаете «Зарегистрироваться», вписываете email-адрес, нажимаете на синюю вкладочку, вам на почту придет письмо, проходите по ссылочке, копируете код активации, и вам открывается регистрационная форма. Заполняете все поля и попадаете в кабинет. Значит, у меня уже 2000 кредитов, у вас здесь будет 1000 кредитов, так? И можно делать, как бы, загружать свою рекламу. Значит, баннерную и текстовую. Значит, баннерную у меня не получилось с баннерами. Все очень легко и просто. Вот сюда новый баннер. И тут выбираете, какой вам баннер. Заголовок, загружаете баннер, реферальная ссылочка, нажимаете запустить, ваша ссылочка, как бы рекламка отправляется на модерацию. У меня вот здесь веб-сайт, сделано 3 рекламы можно, вот у меня в пейдинге находится, как бы на рассмотрение, да. Здесь вообще очень легко, заголовок, реферальная ссылочка, нажимаете на синюю вкладочку, и ваша рекламка отправляется на модерацию. После одобрения она будет уже активно. Так, значит, далее что? Сразу же хочу показать, где находится реферальная ссылочка. Здесь будут отображаться рефералы, а вот здесь будет находиться вот ваша, ваша партнерская ссылочка. Вот она. Значит, далее что? Мы собираем кредиты. И нам будут начислять и поинты, и кредиты. Вот у меня 2 кредита, и вот уже 2000 поинтов. Вот идет отсчет времени. Это все очень быстро и все на автомате. Значит, вот паровозик. Ищем маленький паровозик. И вот загорелось зеленым. Перезагружается страничка и по новой. Идет отсчет времени. И вот таким вот образом мы просматриваем рекламку. Вот сюда нам кредиты начисляются. И сюда начисляются поинты. Ищем дольку арбуза. Нажимаем на арбуз. Опять все. Так, я вернусь в дашборд. Значит, что мы здесь делаем? Я буду мониторить этот проект. Мой рефер, под кого я зарегистрировалась, также мониторит этот букс. Значит, вот здесь наша статистика. Так, вот это мой аккаунт баланс. Значит, вот у меня 2 поинта, 2000 уже кредитов. Это на рекламу. Я могу, ну, и у вас также будет рекламировать свои проекты. У каждого есть тот или иной проект, который требует рекламы и требует рефералы. Так как это зарубежный букс, здесь зарубежные люди, зарубежные партнеры будут просматривать нашу рекламу и регистрироваться, если им понравится проект. Так, далее что? Вот это вот наш основной баланс. Сюда конвертируются денежки только через 24 часа. Не сразу. Потому что в Америке одно время, у нас в России другое, да? И вот только по истечению 24 часов денежки поступят вот сюда на баланс. Что мы будем с этими денежками делать? Значит, мы будем зарабатывать, я уже показала, как зарабатывать, так, собирать и поинты, и кредиты, значит, денежка потом будет, через 24 часа упадет сюда, доллары мы зарабатываем, значит, нам нужно будет покупать пакеты. Это все без вложений. Нажимаем вот сюда BUAD, вот пакеты. Один пакет стоит $29. Значит, что мы делаем? Мы собираем баланс. Когда у нас будет на балансе $29, мы будем покупать пакет, AD-пакет, да? И здесь, посмотрите, есть вкладочка. Можно покупать с баланса.
Не надо ничего пополнять, ничего. Здесь платежная система у нас Payeer Perfect, Solist. Ну, в общем, ну, такие вот платежные системы. Вот. И с баланса аккаунта, вот с этого баланса, мы сможем купить за $29 AD-пакет. И, естественно, нам уже будет больше начислений и больше кредитов. Ну, и больше мы будем зарабатывать. Так? Это все потом. Далее что? Вот здесь нажимаем, у нас аккаунт сеттинг. Ну, здесь наши регистрационные данные. Вот как бы это все вот, при регистрации мы указывали мужчина-женщина. Далее опускаемся ниже. Наши платежные реквизиты. Payeer Perfect Bitcoin. Вот кому какой кошелек подойдет. Прописываем кошелек, нажимаем сохранить. Значит, далее здесь что? Ну, а здесь у нас вкладочка поменять пароль и почту. Далее чуть ниже вкладочка наша история, history. Вот что, то, что я вот сегодня уже просматривала. Я вот только, ну, не знаю, минут 40, наверное, назад я вот зарегистрировалась, начала вот как бы тут немножечко разбираться. Вот такой вот проект, я его буду мониторить, и видео я запишу или завтра, понедельник, или во вторник. Ну, а на данный момент мы регистрируемся, собираем вот эти кредиты, поинты. Ну, и, естественно, это загружайте свою рекламу, чтобы зарубежные партнеры просматривали нашу рекламу. Там все очень просто и легко. Вот. Ну, пока все на этом. Тут можно перевести на русский язык и все как бы посмотреть. Ссылочку я вам показала. Здесь будут отображаться партнеры, а здесь вот находится партнерская ссылочка. Ну и баннеры. Так, ну что, всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч!